В эти новогодние и рождественские дни и детям, и взрослым хочется верить в волшебные чудеса и исполнение желаний. Особенно важно это для детишек с непростой судьбой из домов семейного типа. Именно для них в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» был организован замечательный яркий праздник, который запомнится надолго. Здесь будут и сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, и подарки. Но главные волшебники, благодаря кому это все стало возможным, это мудрые, добрые, понимающие представительницы общественного объединения «Белорусский союз женщин». Сегодня на этом празднике присутствует более 130 детей из домов семейного типа. Все они разных возрастов, разных интересов, но Новый год и сказка, она объединяет. Она объединяет всех деток, поэтому мы с большим удовольствием хотим подарить сегодня хорошее настроение нашим детям, пожелать им здоровья крепкого, родителям успехов пожелать. Понятно, что сегодня этой категории детей уделяется большое внимание, и Белорусский союз женщин тоже не хотел остаться в стороне и сделать для них хороший такой сюрприз. У нас в городе Бресте 9 домов семейного типа. И родители, которые там работают, которые, нельзя сказать, что они выполняют свою функцию, они живут вместе с этими детьми. И уже многие выросли, они приходят к этим детям, к родителям, которые вновь поступили в эти дома. Я говорю о том, что дом семейного типа, он умножает способность детей в будущем иметь семью. Учит комфорту, теплу, создает уют. На сцене театра кукол самая добрая и волшебная рождественская сказка «Щелкунчик» в постановке главного режиссера Дениса Казачука. Спектакль с первых минут буквально завораживает маленьких зрителей. Человечек. Хорошенький. Какой хорошенький человечек. Мама, папа. Волшебные декорации, освещение, удивительные куклы и костюмы, классическая музыка и, конечно же, игра талантливых актеров. Все это только для того, чтобы порадовать маленьких гостей. Мы же на Новый год постоянно на что-то надеемся, что что-то обновится, будет какое-то обновление, что-то свершится новое. Вот в спектакле это происходит, чудо происходит, человек появляется живой, из этой маски он выходит. Добро побеждает зло. Белорусский союз женщин на протяжении многих лет организует благотворительные акции и праздники. Чуткие и мудрые представительницы прекрасной половины человечества знают, как найти подход к каждому детскому сердечку. Сегодня такой классный праздник, такая елка красивая. В общем, я очень ждал представления «Щелкунчик». Прям для детей вообще все классно, очень. Я думаю, то, что эта сказка понравится взрослым. И маленьким. Здесь все волшебно и сказочно, мне здесь очень нравится. Организаторам тоже хочется пожелать очень большое им спасибо и хочется пожелать им вдохновения, чудесных моментов. Мы рады, что нас сегодня пригласили на такой замечательный праздник. Всех приемных мам, замещающих мам, которые заменили деткам родителей. Здесь очень красиво, уютная обстановка, поэтому всех хочется поздравить с Новым годом, с Рождеством, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы дети только радовали своих мам. Для того, чтобы подарить праздник и сделать кого-то чуточку счастливее, нужно не так уж много. Самое главное – желание делиться своим теплом. А когда добрые дела идут от души, они способны согреть даже в самые холодные зимние дни. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук ТВ».